Первое, что можно увидеть на подъезде к дому номер 16, корпус 1 по улице Урицкого, это дырявая крыша. Доски торчат, словно зубы в открытом рту. В социальной сети так и написали: крышу сдуло ветром, ее части раскиданы по улице. Правда, в самом дворе никаких кусков шифера не лежит, как было на фото. Быть может, их уже убрали? Да нет, ничего не сносило. Просто уже она замены требует. Крышу меняют, но что-то случилось. Ничего не случилось. Прокомментировать ситуацию кто-то из производителей работ МПРСУ-1 не захотел. На каждом доме есть информационная таблица, где контактным лицом указан номер человека, который в настоящий момент в отпуске. По словам жильцов, дом номер 16, корпус 1 построен больше 30 лет назад. Старожилы не помнят, был ли вообще капитальный ремонт крыши. Сейчас идет первый. Начался он неделю назад, следуя плану производства работ. Слухи про разбросанные шифер и доски, которые унесло ветром, бригадир опроверг. Говорит, работают они иначе, и такого произойти не могло. Демонтируем шифер, складываем на чердачное помещение. На следующий день, допустим, приезжает автокран, шифер складируется в бадью, и потом эта бадья перегружается в контейнер. Контейнер, как и на фотографиях в сети, заполнен строительным мусором. Но ничего в этом удивительного нет. Больше вопросов как раз вызывает время проведения работ. Зима. Зимой гораздо меньше шансов затопить жильцов, чем, допустим, весной или летом. Так как дождей-то нет, мало вероятность осадков. Жалоб нет пока у жильцов, значит, все нормально. От залития жильцов защищают листы специального материала из аспана. Листы из аспана уже лежат на новой части крыши. Мера это временная. Скоро привезут лист профильный и положат на него. А пока старую крышу разбирают и доски и шифер складывают рядом. Бригадир рассказал, что работают они по секторам. Часть крыши разберут, доски и шифер складывают рядом, а потом укладывают доски новые. Закончить капитальный ремонт крыши планируют через полтора месяца. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».